Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере», и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей прошлой передаче мы начали очень интересную беседу, очень интересный, насущный диалог, диалог о биоэтических проблемах, вопросах, которые крайне остро стоят для современного человечества и будоражат умы очень многих, не только христиан и не только воцерковленных людей, но и людей иных конфессий, может быть, даже атеистов. Скажу прямо одним из побуждающих моментов вот для данного диалога стал, ну, широко известный сейчас сериал «Черное зеркало», где, собственно говоря, в той или иной степени вот эти проблемы поднимаются. Проблемы, например, виртуализации человеческой личности, когда человек может телесно умереть, но в виртуальном пространстве технологии сделают так, что он будет жить, будет создаваться какой-то его виртуальный образ. И это все, безусловно, ставит вопрос огромный перед человечеством. А где же, собственно, граница этой самой человеческой личности? Где же она все-таки заканчивается? И все ли вообще возможно, когда мы хотим себя поставить на место Господа Бога? Продолжаем диалог с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день, отец Сергий. Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня наша передача будет посвящена проблеме болезни и ее восприятия. Тут мы уже, я думаю, теоретический корпус какой-то такой, может быть, если и будет он у нас, то он будет присутствовать опосредованно в осмыслении, в принципе, как такового явления, как феномена болезни. Мне бы хотелось, вот, чтобы связать нынешнюю, сегодняшнюю передачу с прошлой, коснуться такого интересного момента. В современной действительности границы явления болезни, они тоже достаточно размыты. Мы сейчас под болезнью можем понимать конкретные какие-то патологии, от которых человек страдает, в конечном итоге умирает. Вот. Но и в то же время мы прекрасно видим, наблюдаем, что для огромного количества людей болезнью, например, стала старость. Вот. Когда хочется продлить свои десятилетия, а может быть столетия. Вот, когда на вполне серьезном уровне ученые обсуждают тысячелетия человеческой жизни, то есть как достичь этого, как к этому результату прийти. Ну а по сути дела, старый как мир, вопрос, возможен ли рай и жизнь вечная здесь на Земле. Вот, можно ли это все построить вне участия Господа Бога. Вот давайте мы с вами коснемся границ феномена болезни, где же все-таки мы говорим именно о болезни, а где о болезни говорить не приходится, и, соответственно, о том, что в современной медицине происходит с точки зрения, опять же, этики, такого, что, в общем-то, размывает границы и личности человеческой, и самого явления медицины. Ну, вы правильно отметили, что сейчас не так просто, действительно, с определением болезни. Ну, вернее, есть какие-то академические, да, там, научные вещи, но изнутри себя человечество очень сильно расширяет эти границы, потому что болезнью и, соответственно, лечением. Здесь вопрос в том, что если есть болезнь, должно быть лечение. Соответственно, лечение может называться все что угодно. Вот, буквально, да, здесь мостик такой, то, чем мы закончили прошлую нашу передачу, апологеты, например, такого явления, как суррогатное материнство, да, то есть один из плюсов, один из доводов за, пытаются протолкнуть такое название суррогатного материнства, как что это один из вариантов лечения бесплодия. Но является ли суррогатное материнство лечением, собственно, бесплодия? То есть даже по всем формальным определениям нет, потому что та женщина, которая получает ребенка выношенного, да, в этом инкубаторе, скажем так, у нее-то она как была бесплодна, так и остается. То, что у нее появился ребенок, не является результатом излечения ее бесплодия. То есть даже по формальным жестким критериям это не является лечением, это является устранением негативных последствий ее бесплодия. Вот так. Да? То есть, но лечением, но нам пытаются не сказать, что это лечение бесплодия. Дальше размывание этих границ происходит в том, что, например, на полном серьезе один из главных аргументов за эвтаназию – это то, что это такое вот последнее лекарство, что это тоже лечение. Но об этом мы поговорим чуть позже. Да, ну то есть это просто, да, тоже такие вот мостики, то есть это тоже считается лечением, хотя, да, лечением назвать нельзя. И у этого есть свои печальные последствия, что им это стараются назвать лечением. Поэтому
Те задачи, которые вот амбициозные, которые озвучили, ставили перед собой ученые, они свидетельствуют о, ну, в частности, отношении к старости как болезни, да? Свидетельствует о том, что мы сейчас, ну, как бы являемся частью, в общем-то, западной цивилизации, современной, а один наш современник, такой достаточно известный религиовед Зубов, он все, так сказать, культуры существующие делит на две категории, там, сатириологические и гедонистические. Сатириологические, то есть, здесь не все наши слушатели, может, знают, сатириология — это раздел богословия, который привез как учение о спасении. Сотерия — спасение, да, по-гречески. И сатириологические культуры или цивилизации, те, которые предполагают все-таки вывод человека за пределы этого бытия только. То есть это не значит, что они совсем не ценят эту жизнь, но они ей не ограничиваются. То есть есть некая цель, и это очень многое объясняет. Это объясняет, почему люди там, в эпоху там, значит, неолита строили какие-то монументальные, так сказать, сооружения, сами жили, не знаю, в землянках и в норах, а при этом старались как-то религиозно жизнь свою все равно. Да? Это нам не всегда понятно, не вмещается, да, почему для людей были какие-то вещи важнее, чем самим более сыто жить и есть, и все остальное. А современная западная цивилизация все-таки, скорее всего, принадлежит именно гедонистическому типу. То есть она все старается замкнуть на посюстороннем бытии человека и старается гнать от себя. Естественно, то есть это просто установка. По-другому гедонистическая модель не может существовать. То есть смерть не приемлется в этой модели. Она воспринимается как трагедия. Все, что к ней ведет, и болезнь, в том числе, однозначно как трагедия. То есть никакого, как мы говорим, даже благого опыта из болезни, да, осмысления какого-то, мы в этой модели видеть не можем. Это поэтому запрос этой, вот, скажем так, культуры, этой парадигмы гедонистической, это всячески избегание болезни, старения, смерти или хотя бы категорический уход от разговора. То есть поэтому сейчас так не любят и не умеют говорить о смерти и стараются при упоминании этого слова переходить на шепот какой-то смущенный. Да? Или шутки. Или да, или вот и другая защитная реакция, да, все, опошлость, да, или вот черный юмор, да, какие-то. То есть нормального, серьезного, какого-то вдумчивого, не знаю, там, не обязательно даже христианского, там, гуманистического разговора о смерти, ну, к сожалению, со среднестатистическим человеком не получается. И поэтому, соответственно, вот с болезнью и лечением похожие вещи происходят. Сейчас размываются эти понятия. С одной стороны, чисто технологически, появилось за последнее время огромное количество разных методов, которые могут действительно позволить сейчас лечить многие вещи. Да, мы сейчас еще не победили все, но вот, да, понятно, что в этом нет плохого. То есть вообще, в принципе, это развитие врачебного, скажем, когда-то ремесла, да, искусства, мы видим, что и в Писании нет никаких запретов, и то есть понятно, что Писание воспринимает врача как человека, посланного Богом, который, да, там, то есть это орудие в руках Божьих. И несмотря на то, что болезни в христианском контексте понимаются как, к сожалению, печальное, но естественное следствие грехопадения, того состояния, в котором человек сейчас. Ну, вот, то есть мы констатируем, что природа человека сейчас такова, что она подвержена болезням. Так не было задумано Богом, судя по всему, как и смерть человека. То есть она могла быть, могла не быть, это некое потенциальное. Зависит от употребления человеком своей воли. Но в мир вошла смерть, вошли, естественно, болезни и так далее. И, казалось бы, раз они вошли, это вот наказание там, да, за отход человека от Бога. То есть пускай они будут, и не надо. То есть есть такая жесткая позиция внутрирелигиозная. Этому не надо сопротивляться. Вот заболел, должен обязательно, так сказать, лечь и готовиться умирать в любом случае. С другой стороны, то все Писание и предание церковное говорит о том, что вот врачей, врачебную работу, врачебное искусство церковь всегда воспринимала как тоже благословение Божие и возможность послужить как бы другим людям. То есть сам Христос врачом-то профессиональным не был, но исцелял своей силой людей. То есть если бы в планах Божьих не было избавления человека от боли, от страдания, от болезни, то, наверное, Христос бы этого не делал. Не исцелял прокаженных, там, парализованных. То есть, слепых, там, хромых. Находящихся в горячке, там, да, то есть как вот теща Петра, которая была в какой-то лихоманке. То есть, да, человек сам виноват. То есть, это вот ситуация, когда вот очень, очень такая религиозная, то есть такая
крайне религиозный, да, на грани фанатизма, что если человек сам виноват в своих болезнях, ну, в каком-то таком, не каждый конкретно, может быть, человек, то есть мы не говорим, что вот я конкретно, да, то есть и так, хотя такая позиция тоже есть, то есть вот человек приходит, я болею, надо поискать, за какие тебе это грехи, да, там, то есть есть такой духовнический подход, обязательно найти, то есть нет, мы, нам Писание подсказывает, что не всегда так, то есть болезнь — это просто качество той природы человеческой, к сожалению. Болеют дети, которые еще ничего не успели совершить, болеют, да, болеют праведники. Вон, Иову были посланы страшные болячки. Был такой праведник в Ветхом Завете, да, который мы точно знаем, что он ничем не согрешил перед Богом, но как испытание ему это было послано. То есть мы не можем говорить, что болезнь — это всегда за. Грехи — это неправильное пасторское, это перегибы, так сказать, что называется, в пасторской практике. И иначе бы действительно, да, была бы ситуация, когда, ну, вот сам виноват, и по-человечески нам это понятно. Мы иногда часто говорим, то есть когда реально человек сам виноват, что-то там сделал, там, потом приходит к нам и жалуется. Мы говорим, ну, ты сам виноват. Да? Мы не очень торопимся ему помогать. У Бога любви, конечно, больше. Человек действительно сам виноват, но Бог пришел на эту землю, Христос сделал все, что и не спрашивал людей там. Хотя некоторым говорил, иди и больше не греши. А у некоторых ничего не спрашивал. То есть там разные люди попадались болящие. То есть кого-то предупреждал о том, что действительно, наверное, это связано с его греховной жизнью. Да? Как расслабленному около Силаамской купели, когда он его исцелил, поднял, сказал, теперь иди и больше не греши. А кому-то ничего не говорил, просто исцелял. Потому что там разные. Когда исцелял и воскрешал там, ну, детей, дочь Иаира, да, там, то есть, или отрока Наинской вдовы и так далее. То есть тот же самый врач, да, он не должен, наверное, копаться в том, почему человек. Потому что если он начнет с этого выяснять, там, почему еще виноват человек, а если виноват, то не будут тебе помогать, иди сам. То есть, с одной стороны, церковь благословляет этот труд. С другой стороны, мы видим, что вот этот труд врачебный сейчас продвинулся к какой-то такой, может быть, грани, я не знаю, там, когда он, что здесь уже, если там долгое время это было, не ставило никаких вопросов особых, ну, да, лечение, оно нужно, оно помогает. И, хотя уже, на самом деле, в средние века разные вопросы все-таки были, да, то, что врач научился, ему нужно было научиться оперировать. Помните, как тяжело было, скажем так, как врачи тайком выкапывали трупы, чтобы, так сказать, тренироваться. Как за это можно было поплатиться, в том числе и жизнью, да, в средневековой Европе. То есть где ты еще эти научные данные, собственно говоря, получишь? Но вот сейчас другие вопросы. Хотя, на самом деле, это тоже можно назвать. А вот, на ваш взгляд, какие самые острые вопросы, и которые, с которыми, может быть, часто и в вашей практике, как к священнику, к вам обращаются? Ну, про какие-то мы начали говорить в прошлый раз, чаще всего обращаются, скажем, с тем, что называется лечением бесплодия, или это одна из главных, так сказать, сейчас, на самом деле, к сожалению, мне сложно, я не врач, мне сложно говорить, что происходит с человеческой, скажем так, природой, но и у меня нет статистики, может, просто она раньше не велась, насколько это раньше было распространено, сейчас это очень большая проблема, сейчас, видимо, все, что вокруг нас происходит, начиная от экологии, заканчивая нашим собственным образом жизни, ведет к тому, что люди часто не могут иметь детей. Это одна из желаний, такое есть. Поэтому и вот тут тоже, да, все ли это является лечением, да, или где-то это уже действительно тот случай, когда человек ставит себя на место Бога, да, решает жить этим, вот этим оплодотворенным эмбрионом, или не жить. И то же самое в других областях, когда человек не считает себя ставить, ну, например, в трансплантологии, там, в каких-то связанных, то сейчас технологии позволяют делать действительно очень много. Сейчас, ну, из самого, так сказать, вот прям совсем недавнего, то, буквально последних там 2-3 лет эксперименты, проведенные в Китае, потому что во всех цивилизованных странах, скажем так, ну, более развитых, такие вещи пока запрещены. Это редактирование собственного генома человека. То есть в прямом смысле, когда часть какая-то бракованная, да, условно говоря, вырезается при помощи специального там технологии CRISPR-Cas9, да, когда вырезается, условно говоря, некий сегмент, и заменять это похоже, если говорить совсем понятным для обывателя языком, похоже на операцию в Word по удалению текста, и не по удалению, а по одновременному замену другим куском текста, когда ты заранее берешь текст, копируешь, и потом просто его ставишь на это место. То есть, по-моему, в 2015 году, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, я, значит, тут плюс-минус, такие эксперименты впервые производились в Китае. То есть понятно, что в большинстве стран они запрещены вообще, в Америке они запрещены условно, то есть на федеральные средства это нельзя делать. Если частные спонсоры будут, то в принципе можно, по-моему. То есть, но в любом случае очень осторожно. То есть непонятны ни результаты этого вмешательства. Хотя, опять-таки, зачем это делается? То есть надо понять, что никакие, даже самые бесчеловечные эксперименты, там, о которых мы говорили в прошлой передаче, там, Третьего рейха, они же не делались, ну, чаще всего все-таки. Вот как глупый эксперимент ради эксперимента, поиздеваться и посмотреть, что там у человека внутри. Все-таки ставилась какая-то цель. Узнать что-то, чтобы потом помогать людям. Там, всем, не всем, там, своим, там, да,
арийцам, неважно. То есть все-таки должна быть какая-то цель. Здесь то же самое. То есть что можно добиться при помощи технологии редактирования генома? То есть лечение очень сложных и ранее никак не излечимых заболеваний вот на генетическом уровне. То есть есть вещи, которые никакой другой терапии вылечить действительно нельзя. И вот... Синдром Дауна. Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть этим можно добиться, например, появления 100% здорового потомства у двух ВИЧ-инфицированных родителей. Угу. То есть сейчас это всяко бывает. То есть бывает чудо Божие, что рождается здоровый, не являющийся носителем. Но при помощи редактирования можно сделать, что будут определенные гарантии. А с точки зрения этики, какое двойное дно? Двойное дно здесь в том, что это есть такое понятие наклонная поверхность. То есть мы никогда не устоим, это начнется... Есть очень большая вероятность усугубления и, скажем так, использования уже не во благо. То есть просто вот если да, мы, допустим, на какой-то стадии делаем только это при помощи этих технологий, то это еще да, но это практически никогда не... То есть это открывает широкий горизонт. Сначала мы можем лечить тех, кто уже болен, да, там родился, или еще в утробе находится, мы выясняем, что у него генетические отклонения, мы можем это делать, допустим, или там на стадии там, эмбриональной. Потом мы можем научиться редактировать вообще породу человека. То есть при помощи этого можно вывести отдельную породу людей. То есть, например, есть предложение уже, если людям... Сейчас очень там с перенаселением проблема. Да, у нас очень много площадей на территории планеты Земля, где жить можно, но сложно. Например, так сказать, засушливые места, да, где мало воды, можно вывести породу человека с гораздо меньшим потреблением воды. То есть просто надо немножко... На самом деле это несложно. Это при помощи этих же технологий можно вывести человека с очень сильной умеренной потребностью в воде. То есть на генетическом уровне. И заселять. То есть можно, не знаю, вырастить подходящую породу там, для колонизации Марса, если сейчас далеко заглядывать совсем. То есть можно редактировать. Какие это открывает, скажем так, горизонты. Но если это вообще никак не будет ограничено и сдержано, но это, скажем так, некие генетические касты, это сверхлюди, это, так сказать, возможность накачки, так сказать, человека каким-то определенным качеством, своего рода генетический конструктор. То есть сейчас уже начинается разговор об этом, что я не просто хочу ребенка хоть какого-нибудь, потому что у меня бесплодие. Я хочу, чтобы мне сделали ребенка, чтобы у меня был там цвет глаз, с лицом под заказ. Дэвида Бекхэма. Совершенно верно, да. То есть коммерциализация — это один из самых... Вообще коммерциализация чего бы то ни было в медицине и вот в вопросах биоэтики — это один из самых серьезных, пока еще, может быть, сдерживающих факторов. Потому что если где-то начинается разговор о легализации чего-то, вот очень часто противники говорят о коммерциализации, потому что это совсем унижает человека. То есть это превращает человека в товар, так или иначе. В товар, под заказ. Все соберут ребенка, так сказать, да, под заказ. И поэтому в большинстве стран... запрещено, по крайней мере, на коммерческой основе тоже суррогатное материнство. То есть, если на добровольной, там, вот родственники помогают друг другу, еще где-то как-то там в той же Британии можно, то во многих европейских странах в любом случае запрещено. Любые договора считаются недействительными на эту тему, а уж коммерческие, за деньги тем более. Потому что, то есть, если мы внимательно посмотрим на эту ситуацию, то здесь коммерциализируется не только мать, это вообще называется матка на прокат, это куча терминов страшных вообще, да, но вообще ребенок становится товаром. Потому что в большинстве договоров, знаете, как там прописывается? То есть есть договор, по которому родители сразу выплачивают все деньги при беременности, а есть нет, когда половину сразу, а половину при получении ребенка. Это вообще уже торговлю людьми напоминает. Ну да. Нет, это на полном серьезе. И если вдруг ребенок рождается нездоровым, ты не можешь ничего гарантировать, даже при всех технологиях до конца гарантировать, его не возьмут. Родовая травма элементарно. Его оставят этой матери и денег не дадут. То есть это один из главных, это вот то, что дети становятся товаром, то женщины становятся товаром. Здесь в генетической технологии тоже. То есть товаром становится некий вот запрос на формирование там, определенного генотипа. Вот. И в дальнейшем это ведет до... То есть в самых смелых, страшных, я бы сказал, антиутопических таких фантазиях наших, футуристических, вы можете представить общество сверхлюдей, которых можно вывести при помощи... Да, и опять-таки это вопрос, для кого доступны эти технологии. Сейчас одна из самых главных проблем лечения, что оно доступно, мягко говоря, не для всех. Вот это, кстати говоря, тоже хотел вставить вот эту ремарочку, что еще до вообще всех этих методов и способов лечения вполне себе этическим вопросом является вопрос вот этой вот доступности лекарств. Вообще... Этично ли само по себе лекарство, да? А это за собой ведет вопрос, этично ли сейчас вообще медицина, когда
человек, у которого есть, условно говоря, в кошельке 20 тысяч рублей, он может себе позволить купить лекарство и оплатить услугу. У кого это нет, ну, извини, естественный отбор. Ты должен там, поболеть, лечить. Собственно, кстати, да. Но эту проблему решить сразу, ее ни одна биоэтика. Это проблема уже не только этическая, это экономическая. И в некоторых странах ситуация получше, там больше гарантий по, так сказать, ну, скажем так, по страховке где-то меньше. Это разные, абсолютно здесь нет одной модели даже в мире. Хотя нигде в мире, я так понимаю, нет абсолютного доступа к самым вершинам развития медицинской технологии. Mm-hmm. Все равно какие-то вещи остаются для, так сказать, избранных. И мы видим, что человек при наличии неограниченного ресурса действительно, вот, особенно если, да, он такой гедонистически настроен, то есть он будет цепляться до последнего, он себя будет поддерживать на должном уровне и избегать и старости, и болезни, и, ну, если у него есть такая цель, да. Но самое главное, тут понятно, что, наверное, полная цель, хотя вот в моем представлении, вот мы с вами выросли очень, наверное, и вы тоже, на классических трудах советских фантастов, да, то есть читаешь советскую фантастику, было ощущение, что советским фантастам будущее виделось как скорее вот постепенное движение от разъединения, допустим, бедных, богатых, там, разных социальных страт, все-таки к тому, что мы можем назвать солидарным обществом. То есть, ну, вся советская фантастика, нет, она, конечно, и другие примеры, ведь, но они скорее как антипримеры. То есть у тех же Стругацких есть некий вот мир, кто же что-то достиг, и он пытается, да, как бы в другие, значит, миры это принести. Другой, то как он это приносит, всегда ли это оправдано, но сам мир уже достаточно такой солидарный, в нем нет такого раскола между, да, там, это уже не феодальное общество, даже не капиталистическое. Сейчас мы смотрим в будущее уже другими глазами. Сейчас вот, мне кажется, у современных футуристов, футурологов, современных фантастов нет такого ощущения, что мы движемся в сторону солидарного общества. Причем вот развитие технологий как раз подсказывает, что движемся мы в общество в сторону, так сказать, ну, если это не регулировать, если это делать все на коммерческой основе, то мы действительно будем двигаться в сторону, когда у небольшой группы избранных будут неограниченные ресурсы, а все остальные будут на эти ресурсы работать, чтобы как-то обеспечивать. Ну, не будут же люди сами работать, зарабатывать себе свое состояние, да, там, то есть остальные будут обеспечивать комфортный уровень для... И, ну, это, то есть, по-разному уже можно назвать, и, там, и генетический фашизм и так далее. То есть, есть совершенно разные. Причем, если говорить о практических вещах, вот, но все-таки редактирование генома это, ну, такая все-таки, чуть более. Ко мне не приходят, но приходят люди, говорят, вот, знаете, я хочу там, да, столкнуться с этой технологией. Нет, с чем приходят, вот, самое живое, с чем часто реально приходят, и это имеет отношение к генетическим вопросам, к лечению, не к лечению, это пренатальная диагностика. По существующим приказам Минздрава от 2000 еще года она является у нас в стране, я так понимаю, чуть ли не обязательной. Но заставить нельзя, но врачи всячески, так сказать, будут принуждать женщину беременную проходить, значит, тут на скрининг, да, отправлять на скрининговую процедуру, проходить пренатальную диагностику. Причем, если мы внимательно почитаем, то изначально целью пренатальной диагностики строится выявление и, дословно цитирую, элиминация дефективного плода. Элиминация – это еще один эвфемизм, это убийство. То есть, если в результате еще внутриутробной, то есть пренатальной диагностики определяется, что у ребенка есть генетические отклонения, тот же синдром Дауна, это один из основных вещей, с 100% вероятностью женщину будут заставить, вряд ли силком, но принуждать будут, но ее будет оказываться сильнейшее психологическое давление, чтобы она избавилась от этого плода. То есть, это инструмент. Причем сейчас уже никто не смущается называть это... Вот еще вот после, надо понять, что после Второй мировой войны некоторые слова были даже на уровне слов, их было стыдно произносить, они были почти под запретом. Произносить слово «евгеника», «евгеника» — это как вот, ну, искусственный как бы отбор улучшения человеческой породы. Считалось, что это фашизм. Сейчас слово «евгеника» реабилитировано абсолютно. Сейчас наши врачи вслух говорят, что то, что позволяет делать пренатальную диагностику, можно назвать термином «положительная евгеника». Это официально пишется в медицинских журналах «положительная евгеника». И на полном серьезе используется к концу 40-х годов термин «генетический груз». Это еще один немецкий ученый, тоже, по-моему, после войны, предложил такое понятие «генетический груз». То есть вот каково может быть допустимое количество там, инвалидов, условно говоря, каких-то дефектных, значит, с генетической точки зрения людей, в целом для популяции. Насколько для популяции не вредно, когда это уже тяжело становится. И вот это понятие «генетический груз». Сейчас его активно используют. Хотя он тоже поддает, честно говоря, фашизм, каким-то отношением к неполноценным людям. И посчитали, сколько государство будет экономить, если вовремя убить этого нерожденного Дауна. Да? 150 тысяч в год. Рублей. То есть великое. То есть теперь мы знаем, сколько стоит убить человека. Сколько стоит человек. Многоточие поставим.
потому что на сегодня наш эфир тоже закончен. Вопрос этически сложный, трудный, может быть, даже сложный для слуха, когда мы слышим такие новости и такие сообщения. Но эти вещи крайне полезны для осмысления, чтобы нам не переступить необходимую черту. Храни всех вас Господь, до скорых встреч!